Почему продюсерская история с Градским не сложилась? А мы как-то не задумывались даже об этом. Угу. У нас не было такой цели, и Александр Борисович сразу сказал, что я продюсерством не занимаюсь, подскажу, совет, помощь какая-то, если что-то нужно будет в дальнейшем, обращайся. А с продюсерством это хорошо, не вот совсем. Про, если мы говорим про не про конкурс «Голос», угу. А про следующий этап. Который Евровидение? Да, про Евровидение. Угу. Где вы заняли 5-е место, да. Ну, могли бы, как мне кажется, вот там по всему, и первое. Если бы там Градский был, как вы считаете, был бы другой результат, если бы он с вами там был? Наверное. Было бы совсем все по-другому. Было бы другое платье. Может быть, и другое платье, может быть, и другая песня. Как-то не предугадаешь, что было бы, если, но все равно в любом случае был бы другой результат. Неясно, конечно, лучше или хуже. Как вы считаете, что могло быть и хуже? Ну, здесь, знаете, это не зависит скорее от человека, который помогает готовиться. Больше зависит от того, что люди выберут. Потому что это конкурс довольно субъективный. Все равно, как ни крути, это конкурс, как и Александр Борисович говорит, это конкурс симпатии некий. Да. И неизвестно, в какой год что может больше понравиться. Вот, там и я настолько об все этом на контрастах, же. Я в том же не угадать. Что вот мне кажется, что вот там вот Дину Гарипову не совсем вот было видно, что вот ну, вы там именно как персонаж немножечко вот были поданы. Вас мало было. Ну, мне здесь было, конечно, мало. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».